задолбал. Вот честно. Уже второй раз вот такая вот фигня. Хотя организм говорит, что хочется спать, но не уснешь точно. Друзья, что-то происходит. Гудит сигнал, гудок, какое-то судно. И постоянно, да, постоянно выпускают ракеты. Не знаю, что происходит сейчас. О, слышали? Сейчас попытаюсь выехать на тузике хотя бы туда и посмотреть, что там происходит. Едем на тузике. Еду. Там все в дыму, все в каком-то тумане. Сейчас покажу. По-моему, что-то горит. Вот появились какие-то языки и пламени. Это капец, ребят. Ну просто жуть. Кошмар. Вот что случилось, я так и не понял, если честно. Если кто в курсе, напишите в комментариях. Судно ушло туда. Хрен его знает. Хотя мне кажется, это какой-то праздник. Типа День Нептуна. Вот и все. Потому что там в бинокль посмотрел, люди радуются, смеются и плывут куда-то туда, во свояси. Вот как эти же. Понедельник, завтра, 9 вечера. Регги тоже будет концерт. А вот что было вчера. Вчера был вот такой вот праздник. Традиционный праздник, День рыбака. А я думал, пожар какой-то. Слушай, пузырьки это надолго. Жить.
говорят друзья, мы подыскиваем нашу следующую якорную стоянку. Места здесь, конечно, удивительно красивые. Вот такой грот интересный. Ну вот, ищем место для стоянки. Какая глубина здесь под нами? 45. Вот примерно столько же у нас в цепи. Вот такой красивый пляж. Вот такая скала, прям как из золота. И такой небольшой вот пляж. Это называется он Золотой пляж, Golden Beach. Вот такая красота. Наша яхта. И Татьяна. И наши друзья. И мы стоим, ребят, лагом друг к другу. Море изумрудное, красивое. Люди уже купаются. Так что и мы сейчас обязательно. Поехали, Серёж. Давай. Вот такое красивое место. Ну вот, друзья, я подошел к концу этот вечер. Обалденный, чудный вечер, где мы разведали еще одно местечко красивое. Сейчас мы идем на базу, наш родной, уже ставший Кунат.